Конкуренты и партнеры сидят рядом. Руководители предприятий сферы общественного питания, специалисты управления торговли и потребительского рынка, управления муниципального контроля и других смежных структур собрались обсудить итоги курортного сезона 2014 года. За год прибыль в отрасли общепита возросла более чем на 120%. Для бюджета каждого туриста нашлось предложение. В целом итоги сезона отмечены как удовлетворительные. Во многом заслуга руководителей, которые отнеслись очень серьезно и достойно к этому вопросу, у которых предприятия работают на высоком уровне, которые следят за своими территориями, облагоустраивают их и делают реконструкцию предприятий. И как бы стараются для наших отдыхающих. В будущем курортном сезоне городские власти призвали руководителей предприятий повышать уровень обслуживания и развивать бизнес. Кубанским производителям отдельная полка и внимание. Прибавится забот по озеленению и благоустройству прилегающих территорий. Руководителям предприятий общественного питания в курортный сезон 2015 года необходимо сделать ремонт своих объектов, закупить новое оборудование, посуду, инвентарь, продумать бренд предприятия, оформить все это в едином стиле с применением современных недорогих материалов, пошить фирменную одежду с логотипами предприятия, заказать пакеты, стаканы, салфетки с логотипами. Новшество – наличие паспорта антитеррористической защищенности. Его бесплатно можно оформить в городской администрации. Особое внимание в новом сезоне – организация охраны предприятия, специализированных мест для курящих гостей и детского досуга, детские уголки, площадки, аниматоры и специальные блюда для малышей. Качественное обслуживание и безупречное сырье, соблюдение технологий, санитарных требований – вот курс будущего сезона.